Минтруд разработал параметры индексации страховых выплат для неработающих пенсионеров на ближайшие 3 года. Согласно документу, пособия будут повышаться в 2 этапа. Так, с 1 января следующего года их планируется проиндексировать на 5,3%. Еще на 4% они будут увеличены в феврале 2025 и 2026 года. В этот же период, в апреле, будет произведена дополнительная корректировка на 3,8% и 2,8% соответственно. Таким образом, среднегодовой размер пенсии вырастет почти до 25 700 рублей.